что это такое? Кто у нас родитель? Кто у нас родитель? Лариса Борисова снова играет с малышами из своей группы после недельной разлуки. Она вернулась из зарубежной командировки. Вместе с другими педагогами из детского сада номер 7 она приняла участие в стажировке в рамках проекта «Школа Росатома». Воспитатели из атомных городов познакомились с системой дошкольного образования Сингапура. Лариса Борисова в первую очередь хотела посмотреть, как зарубежные коллеги организуют игровую деятельность своих воспитанников. Там дети больше конструируют, можно сказать. Наши тоже, конечно, конструируют, но там все построено только вот на этом. И у них очень развит выход в социум. Ребенка очень много выводят в социум. То есть таким образом подготавливают его к дальнейшей жизни, к самостоятельной. Еще одна методика специалистов из Сингапура, которая привлекла внимание зареченцев – экскурсии на предприятия. Малыши вместе с воспитателями посещают учреждения и организации и знакомятся с профессиями, примеряют на себя различные роли, например, продавца в супермаркете. Практические навыки детям прививают и на занятиях в дошкольных учреждениях. После выпускного они 3 дня проводят в специальном лагере, где показывают, чему научились. Мы видели, что дети, разводя костер, сами пользовались спичками. Потом резали пищу, да, резали ножом. Сами себе. Накрывали на стол, заправляли постель. Но все то же самое, что они делают в детском саду, это идет как итоговый экзамен. То есть проверяются не только знания, а их подготовка к дальнейшей серьезной школьной жизни. Сингапур – город-государство, где живут представители разных народов и конфессий. Детей практически с пеленок учат уважать другие культуры, знакомят с традициями. Есть волонтерские родительские дни, когда приглашают родителей, и родители знакомят с культурой своей нации, знакомят с блюдами, и таким вот образом погружают детей в среду другой нации. Воспитатели попали в Сингапур в самый разгар подготовки к государственному празднику. Нашим специалистам было особенно интересно посмотреть, как знакомят с этой темой в дошкольных учреждениях. Ведь Заречный через месяц тоже отпразднует свой юбилей. Дети поют гимн. Поют гимн на разных языках. То есть и на китайском, и на английском. Да, поют гимн Сингапура. Во всех детских садах присутствуют игры на тему Дня города. То есть обыгрывается по-разному. Они готовят и торты к Дню города, карты. Мы тоже решили в своем детском саду изготовить карту нашего города. И это только часть приемов и интересных форм работы, которые зареченцы увидели у зарубежных коллег. В ближайшее время они собираются внедрить их в 7-м детском саду. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный».